Друзья, ну что, вот в Алуште сегодня с пальм наковыряли вот таких червячков. Кстати, когда они вырастают, становятся вот такими красивыми бабочками. Хотелось бы отметить, что в Алуште в этом году небывалая засада с этими жуками, которые грызут наши пальмы. Поэтому, ребята, у кого есть во дворе пальмы, весной, как только потеплеет, надо обязательно обработать. Или сейчас посмотреть на листики, у кого погрызанные листики, очень красиво такие точечки на них прогрызенные. Это означает, что внутри пальмы живет вот такой, такая личинка, которая просто сжирает точку роста, и весной пальма пропадет. Поэтому прошу всех алуштинцев, а наверное даже со всего южного берега людей, обратить внимание на свои пальмы, потому что вот такая бабочка за день откладывает более 50 личинок, которые превращаются в вот таких вот классных личинок, которые съедают наше украшение южного берега. Прошусь отнести к этому делу серьезно. Звоните, пишите в комментариях, обязательно помогу, подскажу, какими растворами обработать и что вообще с этим делать. Это вот сегодня мы пальмы на троллейбусном кольце повылавливали с них вот этих личинок. И все потому, что заметили именно вот такую красивую бабочку. Ну все, до новых встреч!